Сегодня мы с вами будем делать бутерброды под названием «Хлебное спасение». Этот рецепт бутербродов я увидела в газете «Хозяйство». Теперь делюсь с вами. Нам понадобится растопленное масло, в которое мы сейчас натрем твердый сыр на мелкой терке, и чесночок тоже на мелкой терке. Сырок твердый натираем на мелкой терочке. Сыра грамм 100-150. Масла сливочного 100 грамм. Я его растопила в мультиварке. Я натерла и добавила в масло. И сейчас вот пару зубчиков чеснока еще добавлю для остроты. Сюда же добавим зелень. У меня петрушечка и укропчик. И добавим специи. У меня тут соль, перчик, паприка. Можно добавить любые специи, которые вы любите. И вот это все перемешаем. Противень я застелила пергаментом. Его не надо ничем смазывать. Берем хлебушек. Я взяла уже нарезной. Намазываем вот это, что мы смешали, сыр с маслицем. Намажем на хлебушек. И положим начинкой вверх на противень. Посмотрите, какие бутербродики у нас получились. Духовка у меня включена на 180 градусов и уже разогрелась. И вот я сейчас поставлю противень минут на 20. Вот такие ароматные горячие бутерброды получились. Очень вкусно. Приятного аппетита!